Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com, и сегодня у нас на тестах игровой монитор Acer Nitro 273K, оснащенный 27-дюймовой матрицей IPS. Из особенностей отметим поддержку частоты 144 Гц, разрешение 4K, поддержку технологии синхронизации AMD FreeSync, а также сертификат дисплей HDR400. Более подробная информация по ценам и характеристикам в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает два кабеля питания с разными типами вилок, внешний блок питания, HDMI, DisplayPort, рамку, руководство пользователя, гарантийный талон. Внешний вид монитора четко позиционирует направленность на геймеров. Подставка в виде направленных в сторону лучей и зоны с подсветкой. Из характерных элементов также отметим наличие откидной ножки под хранение наушников на задней стойке. Комплектная подставка дает возможность изменять высоту и наклон панели. Выбранное положение в последующем не смещается. Стойка полигональной формы, верхняя часть скошена. В центре вырез для сбора кабеля подключения в пучок. Сама подставка выполнена из трех направленных в сторону лучей, окрашенных в серебристый цвет. Стоит на ней устойчиво. Есть зона с подсветкой. Расположена она у Acer Nitro 273K на нижней грани. При работе подсвечивается рабочее пространство под монитором. Сам монитор располагает встроенным USB-хабом. Два разъема слева и два на панели. К ним можно будет подключить периферию или внешние накопители, а также провести зарядку своего смартфона. Для ввода изображений доступны два HDMI и два DisplayPort. Рядом с ним выходной аудиоразъем для проводных наушников. Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и 5 позиционного джойстика. Установлен 27-дюймовая IPS-матрица с полуматовым покрытием. Разрешение 4K с частотой обновления 144 Гц. 10-битная цветопередача, максимальная яркость 400, сертификат дисплея HDR400. Боковые рамки узкие, на верхней выведен датчик уровня освещения. Он используется для автоматической регулировки яркости экрана. Монитор укомплектовывается съемными боковыми рамками. Они будут полезны для удаления бликов от внешних источников освещения. Плюс они же могут быть полезны для ограничения видимости происходящего на экране для рядом сидящих игроков во время соревнований. На борту пара динамиков. Вполне может быть обойтись без установки отдельных динамиков, особенно если в играх вы используете наушники. Задняя крышка монитора со шлифованной текстурой. В целом корпус не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев. Компактное меню с локализацией под русскоязычных пользователей. Acer Nitro 273K поддерживает корректировку цветового баланса и гаммы. Изменяется яркость, контрастность и усиление черного. Активируется датчик цвета, HDR и высокая резкость. Для игр доступны вывод прицела в центре монитора, данные по числу кадров, а также FreeSync. Отдельные настройки под отображение самого меню. Общие опции системы. Три профиля под экшен, гонки и спортивные симуляторы. Последующее можно будет переключать их в быстрых настройках. Тут же активируется в один клик энергосбережение HDR. Сейчас вы видите данные, полученные в ходе тестов, напомню по ссылке текст обзор. Там можно сравнить его с ранее протестированными решениями. Подводя итоги, Acer Nitro 273K – добротный игровой монитор, который также можно использовать для обработки видео и фотоконтента. С удовольствием обсудим этот монитор с вами. Всем хорошей недели и пока-пока.